Накануне состоялось всеношное бдение, а в сам день праздника состоялась торжественная божественная литургия, которую возглавил благочинный Орехово-Зуевского церковного округа и настоятель собора протоиерей Андрей Коробков в сослужении духовенства Орехово-Зуевского благочиния. На богослужении присутствовал глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин. По окончании богослужения состоялся крестный ход. Господу помолимся, рцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. После крестного хода благочинный Орехово-Зуевского округа обратился со словами приветствия и поздравления к орехово-зуевцам и поздравил жителей города с престольным праздником. Сегодня мы все вместе молились Матери Божией о духовном, о патриотическом, о благоустройстве нашего города, чтобы Господь вселил в наши сердца мир, любовь, взамен понимание и уважение, уважение не только друг к другу, но и к труду других людей. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником, пожелать всем нам, чтобы мы относились к своему родному городу, к его горожанам, к нашим соседям с большой любовью, пониманием, взаимовыручкой, поддержкой. И только тогда, когда мы каждый будем относиться к нашему родному городу как к своему дому, как к своей семье, случится чудо. И мы действительно станем жить в принципиально другом городе. После завершения божественной литургии представители городской власти и церкви подписали соглашение о передаче школы номер 3 в безвозмездное пользование благочинию Орехово-Зуевского округа для размещения в этом здании православной классической гимназии.